Всем привет! Сейчас мы будем снимать вторую часть, где солистка группы Blackpink будет петь песни других исполнителей. Часть 2. Поехали! Мне понравился больше голос другой. Поделили видео на 8 и 2 песни. Да, получилось? Не, на 3. А, 8 и 3. Просто там первые были очень короткие. А, ну ладно. По времени одинаково делали. Последняя песня мне понравилась. Ну, прям по голосу подходит, и она и подчеркнула. То есть, и она выделила те моменты, которые нужно было выделить, но мое мнение, к сожалению, до сих пор не изменилось. То есть, ей пока еще быть в группе. В группе быть! Ну, мне понравилась, да, и та песня, которую она пела в начале этого видео. Джастин Бибера. Ну и вторая. А, нет, ну и последняя, да. Мне тоже очень понравилось. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.